Уважаемые коллеги, пользуясь случаем, хочу пригласить вас принять участие в работе Moscow Press Meeting. Это вторая уже по счету конференция, которая проходит в Москве. Ранее эти конференции уже много лет проводятся в Лондоне и в Барселоне. Мы со своей стороны постарались привлечь специалистов разного профиля. Будет несколько очень авторитетных западных спикеров. И формат конгресса, как и в прошлом году, мы планируем первый день посвятить вопросам реконструктивной хирургии, в лечении рака молочной железы. Будут рассмотрены вопросы лекарственного лечения, диагностики рака молочной железы, хирургического лечения. Второй день будет посвящен эстетическим операциям на молочной железе. Планируется целый день живой хирургии, трансляции в зал из операционной. И планируется в последний день пациентская секция. Это очень интересный формат. Во всех европейских странах этому уделяется огромное значение. Для пациентов проводятся дни открытых дверей в клинике, где рассказывают про диагностику и лечение этого заболевания. Мы планируем последний день конгресса посвятить именно пациентскому дню. Приглашаются все желающие для участия в данной конференции.